Приветствую, дорогой зритель! Сегодня у нас день заказов, и заказали группу FT Island с песней Wind. Что хочу сказать. Я эту песню слушал вне реакции, у меня так случайно получилось, но я свое мнение еще не говорил насчет этой песни, так что давайте послушаем. И я взял официальный клип, и вот здесь вот, да, вот в той стороне будет он немного размыт, потому что, чтобы авторские права не закрыли полностью видеоролик, так что извиняюсь. Давайте послушаем. И в конце я уже скажу свое мнение. Покайфуем.
Опять же, как я сказал в начале, я не скрывал, не хочу играть на эмоциях, и сказал, что я слушал эту песню, и я от нее кайфую. Кстати, очень редко, от которых медленных композиций я получаю кайф. Я не люблю вот такие вот любовные такие мелодии, вот эти спокойные, ну и не люблю сильно высокие. Но эта песня, первый раз прослушивание, и даже сейчас у меня остаются мурашки, как первый раз я услышал именно хонки и исполнение этой группы. Пианино в начале, пианино в конце. Круто, крутое сочетание в начале классической такой музыки. И, конечно же, в середине гитары и на протяжении определенного времени трека тоже гитары. Но в середине гитары вообще бомба. И отметить голос Хонки с его хрипотцой в этой песне, это очень круто звучит. Так что это круто, что говорится. Послушать, покайфовать. Опять же, если что, не первый раз слушал, так что, может быть, эмоциональность моя была более спокойнее, хотя я такой реакционер слишком спокойный, и мои эмоциональные эти не сильно показаны. Так что, вот так вот. Не забывайте про лайки, про подписочки и про комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось. Душевная песня с вами. Всем до скорого.